Сделать скрытое очевидным, невидимое видимым, тайное явным – это профессиональный девиз следователей-криминалистов. Сегодня они отмечают свой профессиональный праздник, но остаются на посту, ведь именно на них лежит поиск улик и составление объективной картины преступления. А помогают им в этом как старые добрые методы криминалистики, так и технические новинки. Какие, расскажет Антон Войтович. Сегодня в нашей стране свой профессиональный праздник отмечают следователи-криминалисты. Именно в этот день, 68 лет назад, генпрокурор Советского Союза Руденко подписал указ о создании этой службы. С тех пор и начинает формироваться штат высококлассных экспертов, без которых не обходится раскрытие ни одного тяжкого преступления. Основное место работы криминалиста не в кабинете, а на месте происшествия. Именно он ищет улики. Зачастую их невозможно обнаружить без применения специальной техники. Например, криминалистический свет позволяет увидеть следы биологического происхождения, невидимые человеческому глазу, даже если преступник пытался их смыть. В текущем году следователями-криминалистами Следственного управления криминалистическая техника применялась более 500 раз. С ее помощью получены сведения, имеющие неоценимое значение для уголовных дел и позволившие установить причастность лиц к совершению более 284 тяжких и особо тяжких преступлений. А это универсальный чемодан практически на все случаи жизни криминалиста. В нем наборы для проведения дактилоскопии, то есть снятия отпечатков, набор для трассологических исследований, с помощью него специалисты определяют вид оружия и направление стрельбы. А это комплект для выявления и сбора биологических следов человека. Здесь это вот одна сумочка у нас. Так, да. С необходимым минимумом необходимых инструментов. Здесь уже специализированный чемодан, с которым мы можем работать как с йодными трубками, с нингидрином, с дактилоскопическими порошками. Сегодня благодаря техническим новинкам открываются новые возможности для поиска преступников. Например, программный комплекс «Мобильный криминалист» позволяет увидеть все действия, совершенные на мобильном телефоне. Это звонки, сообщения, геоданные и фотографии. Во всем своя специфика. То есть даже взять те же самые мобильные устройства, это незначительнейший комплект тех переходников, которые идут к ним, провода и все прочее. Любой телефон можно подключить, да? Фактически предусматривает, да. Благодаря кропотливой работе следователей-криминалистов в этом году раскрыли 45 старых преступлений. Здесь во многом помогают современные методы исследования улик. Например, удалось найти и наказать серийного насильника, который скрывался от правосудия 15 лет. Мы заинтересовались этой темой, подняли следы рук и перекодировали их. Оказалось, там в связи с некой спецификой их изъятия, они в свое время были неправильно закодированы. Их, когда перекодировали, у нас появилось лицо. Такая работа следователями-криминалистами ведется на постоянной основе. Число нераскрытых уголовных дел уменьшается. Да, преступники изощряются и часто мастерски заметают следы, но и криминалисты не стоят на месте. Шансов уйти от ответственности у тех, кто пренебрегает законом, практически нет. Антон Войтович, Федор Тюменцев, телерадиокомпания «Югра», Ханты-Мансийск.